Это Иллюминати. Это Юлимина. Это Иллюминати. Можно расшифровать как Ира любит Юру. Меня иностранец Наташа. Имбирь йод. Иллюминати. Миф и реальность. Согласно заговору, все видеоблогеры прислужники дьявола. Я скачал суперсекретную программу, чтобы проверить, так ли это. Да. Образец первый. Ивангай. О боже, программа уже нашла один Иллюминати. Это на его картинке. Где еще будет находить программа? Боже, еще находит. И еще. Но разве здесь есть какой-то Иллюминати? Программа еще находит Иллюминати. Неужели это все Иллюминати? Давайте проверим его совпадаемость с маслом. Боже, Ивангай совместный с маслом. Так вот почему в его роликах со временем используется масло. Это его младший брат. Образец Б. Теклип. Клап. О боже, программа уже начала поиски. Волоси в Иллюминати. Программа находит их повсюду. Так вот почему Катя Клап все время красится из черного в белый, из белого в черный. Катя Клап на 109,995% Иллюминати. Черт! Этого недостаточно. Мы были так близки. Но мы не сдадимся. Продолжаем. Образец Г. Суперизвестная суперпевица, суперблогерша. Ой, простите, а можно второй дубль? Образец Г. Саша Спилберг, видеоблогерша. Небо смотрел когда-то в ее очаровательные глаза. Кто-то это видел что-то? Что это? Подождите, что это? Это... Тут в ее роте. Это запустим в пиксер распознавающую программу. О нет, этого не может быть. Серьезно? Это Андрей Нефёдов. Так вот почему у него сколько фотографий в Яндексе. Это все он. Он, даже вот это он. Вот, это он. Вот это он, Андрей Нефёдов. Вот почему у него все время были раздвинутые пальцы. Это признаки Иллюминати. Теперь понятно, почему он так ненавидит школу блогеров. Андрей Нефёдов, это выявленный Иллюминати. Расскажите об этом видео всем, пусть все узнают. О, все, комментирование завершено.